Всем добрый день! Вы на канале «Просто и полезно». Сегодня сделаем простой салатик, который делается с очень простых продуктов. Для этого подходит пекинская капуста и обычная капуста. Только обычную нужно перемять, чтобы она была мягче. Яйца, куриная грудка, зелень любая, петрушка, укроп и так далее. Майонез, конечно же, соль и перец по вкусу. Давайте готовить. Капусту посолим и будем оминать ее вот так, чтобы она стала мягче. Куриную грудку отварили и порезали. Мелко порежем укроп и яйца. Кладем капусту в салатницу. Добавляем до капусты куриную грудку порезанную и яйца. Зелень мелко нарезаем, укроп. Добавляем зелень в салат. Горошек зеленый промываем и кладем в наш салат. Дальше все хорошо перемешиваем. Капусту мы посолили, можно поперчить салат. Все по вкусу делаем. И добавляем майонез. Заправляем наш салат. Майонеза ложим кому как нужно. Кто меньше, кто больше. Перемешиваем хорошо салатики. И весенний салат готов. Быстро, просто и вкусно. Готовьте такой салат. Заходите к нам на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошо подходит в этот салат копченая куриная грудка. Готовьте, делитесь рецептами, подписывайтесь. До новых встреч. Пока!